Пожалуйста. Ну, хорошо, первое, если говорили про учителей, начали говорить, то я бы подчеркнул, что вопрос, вы перечислили несколько новых, ну, таких функций, которые на учителя, там, он должен теперь делать. Он это должен, на самом деле, был уметь делать всегда. Всегда это делал. Да, и он должен был, сейчас ситуация стала такая, когда уже не делать это нельзя. Например, да, уже нельзя говорить, что вот и вы невнимательны, надо уметь брать это внимание, это технология, потому что теперь уже другое расстояние. А это написал Станиславский в своей книжке «Жизнь в искусстве», все, «Моя жизнь в искусстве», «Малые круги внимания» и так далее, и так далее. Он также написал о приносе события, что ты приходишь в класс и говоришь таким образом, что за тобой тянется шлейф того, что будет происходить. И они открывают свои окна и начинают слушать, ну, я имею в виду, в Зуме, там, на любых других платформах, и так далее, и так далее, и так далее. Он должен научиться делать это. Это уж другая технология его. Если раньше он мог так уйти от родителей там участвовать в чате, сейчас он должен научиться понимать их, а понимать их можно, потому что если каждый из них, он же не с Луны родитель прилетел, он слушает, как по радио Меркель закрывает все горные вершины, Англия, Италия, Франция закрывает, а у нас идет популяризация единственной горы в стране, Красной Поляны, на которую едут все, едут там на 40% увеличиваются самолеты, и он думает, елки-палки, они все собираются там в кучу, а мы сидим на дистанции, да? И это их волнует, и их я понимаю прекрасно. Притом у них, когда там они сами 30% даже сидят дома, этот один ребенок, а два ребенка, где-то компьютеры, это понятная история. Это я их, родители в этом смысле, понимаю. И даже когда Ефим Владимирович говорит про четверг, то я хочу сказать, что четверг такое интересное слово. Капулетти сказал, что в четверг будет, да-да, моя хорошая, в четверг свадьба Джульетты и Париса, которые не хотели вообще-то, она, вернее, была против этого. Так что четверг такой сакраментально, как, кстати, вы сказали, одновременно есть два прочтения, можно и так, поэтому, когда вы начали одновременно, это к тому, что не только катализатор, но и лакмусовая бумажка, если говорить химической терминологией. В каком-то смысле это катализатор, в другом смысле он показал, что да. Как дети и учились так. Ну, это Ефим Лаш недавно говорил, мне очень понравился, я тоже так думаю. И говорю все время, а что вы хотите? Он так же и учился, он так же закрывал окна, ну, не в смысле там в компьютере, ну, просто свои глаза закрывал, сел так же на уроки. Но, конечно, у учителя появилась новая возможность, которую он говорил всю жизнь. Он говорит, ребята, дайте их что-то, я буду вот не со всеми работать, эти вот слабее, эти так. Пожалуйста, говорю я ему, пожалуйста, дайте им свои задания, пусть они это делают, вы сидите в этом компьютере с той группой людей, которые вам нужны, а эти будут выполнять и так далее. То есть моменты для, ну, так сказать, маневров колоссальное количество, если говорить об этом, и действительно очень много. Если вот говорить о самостоятельности, то я сейчас говорю учителям, перестаньте быть манками, настало другое время, не надо говорить, он опоздал, не опоздал, да бог с ним, сейчас вот другая, это действительно сложный перелом в голове, что мы ему все время говорили, а что ты опоздал, насколько ты опоздал, ты выучил, не выучил, время ушло, время самостоятельности, пример это могу привести, совершенно, поскольку я говорю разные способы образования, мы еще в апреле, я сказал, у нас должны были музыкальные экзамены в школе, да, только наступил апрель, только мы начали с этим столкнулись, у нас был уже опыт. Я говорю, делаем так, записываем все произведения ребенка, он может 10 раз, 20 сделать запись свою и в Google таблицу отправлять, жюри смотрит на Google таблицы, потом договаривается и так далее, и так далее. Все говорят, ну как же так, не в очном играть музыку? Я говорю, подождите, вы любите Битлз? Он говорит, да, вы хоть раз их вживую слышали? Никогда не слышал. И это стало такой провокацией, и вдруг оказалось, что, самооценка, как он выбирает, какой вариант он сыграет, самооценка, я делаю так, делаю по-другому, это как я пример привожу, мы сейчас делаем очень многие вещи таким образом, то есть, и, конечно, важная у учителя проблема научиться говорить с родителями, понимая их и не понимая, вести этот сложнейший диалог, который есть в ситуации абсолютно разноголосицы и так далее, и вдруг идти отпускать, говорит, да, хотите так, давайте так, попробуем так, да. Есть сегодня возможность у больных детей, которые прежде болели, сидели дома, войти в класс, где занимаются очно, прекрасно, такая возможность существует. Она очень сложная, она очень непростая. Я сидел на этих уроках в классе, когда наблюдал. Но это все понятные, реализуемые вещи. Поэтому, когда вот говорите об эмоции, которой не хватает, понятно, что не хватает через вот экранную историю, это правда, тем более, что настоящее образование наступает тогда, когда факт связан с эмоцией. Спросите в этом зале, кто не знает закон Архимеда, все знают, все скажут,
А почему? Потому что какой-то замечательный педагог рассказал эту историю про то, что он опустил там задницу в свою эту ванну, вылил с воды, и вот этот объем ее такой-то. На самом деле, такого, конечно, Архимед-то не говорил сам. Но это придумано, круто было сделано, и этой эмоции не хватает. Если говорить про воспитание, то это вообще специальная вещь. Воспитывает, вообще говоря, не факт, а образ. Вот нарисовал там Васнецов трех богатырей, да? Он же не сказал, на какую длину бросал палец там Добрыня Никитич. Нет, он нарисовал красивых, сильных мужиков, все смотрели на их, дети говорили, это русские богатыри, они меня защитят и так далее. Вот происходит элемент процесса воспитания. Это вообще очень любопытные вещи, и то, что сейчас происходит, очень сложное, но замечательное то, что есть. Спасибо.